зовут Коломина Анастасия, я куратор направления творческих мастерских и игротек. Вот, в недалеком прошлом была координатором наркодиспансера. Это квартал, у нас там ребятки лежат, подростки 12 до 17 лет. Вот, тема мультиков мне близка давно, считай, со школы. Сначала это были мультики на сканере покадрово, потом это был PowerPoint, потом это уже был Movie Maker, ну и прочие монтажные программы и всякие ухищрения и уловки. Вот. Сегодня мы с вами посмотрим несколько, как можно делать несколько видов мультиков, от самых простых, там, буквально там, с участием, там, я не знаю, микроволновки или чайника, или тряпки, или стикеров, ну, каких-то бытовых вещей. И заканчивая какими-то сложными пластилиновыми мультфильмами или бумажными. Вот. Кратко расскажу вам, как я строю занятия, когда делаю мультик. Вот. И немножко затрону тему монтажных программ, потому что в прошлый мастер-класс меня очень так рьяно спрашивали по поводу, а как в этом во всем работать. Вот. Данная тема у нас включает сделать мультик с помощью телефона, поэтому я буду рассказывать о приложении. Но, в принципе, там будут также указаны программы, в которых я монтирую на компьютере, а на компьютере я монтирую дольше. Вот. Как бы для меня это тоже некая новинка. Вот. Необходимы материалы. Ну, в принципе, стандартные — это какое-то фотоустройство от камеры до телефона. Вот, если хорошая камера или вы не очень притязательны в качестве, то подойдет все что угодно. Вот. Также, да, самый бюджетный вариант — это сканер, если он есть. Кому будет интересно, расскажу, как делать. Дальше какое-то устройство, чтобы удерживать камеру или телефон. То есть, если это прям, ну, как бы вы не хотите покупать специальный штатив, то это могут быть книги, веревки, тоже я так делала, вот. Потом решила все-таки купить себе штатив. Вот, нормальный. Дальше крепление. Если мы говорим о телефоне, там есть специальное крепление, которое я вам покажу. Стоит оно 150 рублей, покупала на проспекте Мира. Тоже, если кому-то будет интересно, я дам координаты, где я его взяла. И очень важно, про что, например, я лично часто забываю, но при этом там, до самого конца помню, а потом забыл в последний момент. Это свободная память или запасная карта памяти, а также очень важно — это зарядка вашего устройства, потому что если вы, например, делаете какую-то вещь такую длительную, там, например, на занятие на час, то вы весь час это будете снимать, а, как правило, оборудование с хорошим качеством, они очень быстро садятся. То есть нужны либо сменные аккумуляторы, либо зарядка, чтобы у вас была подключена. Это тоже очень важно и обидно, когда на половине процесса все вырубается. Вот. Ну и далее кратко расписано, что нужно для какого вида мультфильмов. Просто для мультфильма, который «оп, давайте сделаем». То есть, например, мы с детьми делали при помощи их же актеров и стульев. У нас был такой автобус. В технике стоп-моушен мы тоже попробуем сегодня. Делали из карандашей восковых, делали из стикеров. То есть вообще все, что найдете. Вот там одна из идей фикс, я не знаю, успеем мы сегодня или нет, это сделать там, например, из какой-нибудь ткани моря, и на нем просто бумажный кораблик. Это тоже будет некая анимация, тоже будет красиво смотреться. Бумажные мультфильмы. Ну, в принципе, из названия следует то, что нам нужна бумага, нам нужны какие-то рисующие там, карандаши, фломастеры, краски. Ну, надо учесть, что краски долго сохнут. Очень классная вещь, я фанат восковых мелков, вот, потому что они в основном закрашивают все. Единственное, по ним потом нельзя делать обводку ручкой, если там, вы знаете особенность, кто-то детей любит такую жирную границу. Вот. Ну, как бы карандаши, фломастеры, ножницы, тоже ножницы, смотрите, если у вас можно в учреждении, то как бы под присмотром волонтера, если нельзя, просто вырезайте что-то заранее. Вот, клей-карандаши, смотря какой вы материал используете, скотч, скотч всему голова, если что-то не клеится, мало скотча или мало пластилина, вот.
Также мы в одном из мультиков использовали вырезки из журналов. У нас были актеры Джонни Депп, Рева и кто-то еще, я не знаю, какой там был актер. Вот. Дальше пластилиновый мультфильм. Для меня это самый затратный, самый любимый вид творчества. Вот. На пластилиновом мультфильме я сразу разделяю на два занятия. То есть у нас где-то получается по полтора часа. То есть полтора часа мы лепим. И на следующее занятие, или если у нас еще есть время, то мы потом снимаем. Вот. И там как бы уже мы делаем какие-то декорации, какие-то там влепляем фигурки. Вот. Если вы работаете с пластилином, очень важно брать влажные салфетки. Потому что мало того, что как бы, пластилин пачкает руки, еще если брать несколько разных цветов, они будут слепляться, потому что руки у вас будут сначала в синем вы полепили, потом в красном, и потом получится мешанина. Вот. И бывает такое, что как бы, дети очень сильно очень сильные перфекционисты, это тоже встречается, вот, и, ну, или, например, любят мыть руки, вот, это, например, в ДДИ такая вещь, что их хлебом не корми, дай помыть руки, поэтому лучше, как бы, иметь влажные салфетки, чтобы постоянно детей не водить к раковине, вот, и дальше, как бы, уже ваш полет фантазии, мне нравится работать с крупами, они такие, с разной фактурой, но где-то нельзя пищевые продукты, там, ФНКЦ, например, в том же ДДИ. Можно использовать бусины, пуговицы, вообще все, что найдете. И, как бы, чем нравится работать с детьми, потому что ты им дай как бы, материал, они сами там слепят уже. Вот. Ну и дальше план занятий. Первое вообще, с чем, ну, как я приступаю к работе, это я определяю, что мы будем делать. Вот. Так как большую часть я работаю с подростками, мы просто это выносим на общий суд. И дальше там, я хочу смешариков, я хочу там снусмумликов, я хочу там свинку Пеппу, а я хочу там продолжение Терминатора, вот, и дальше мы уже смотрим, ну, по мнению, ну, как по большинству, вот, конечно, кто-то там может попротивиться, еще что-то, но потом, как бы, как правило, дети в процесс втягиваются, и если они хотят снусмумлика, пусть в Терминаторе хотя бы будет один снусмумлик, вот, ничего страшного, это наш мультик, делаем, что хотим. И чтобы облегчить процесс именно выбора сюжета, то есть можно брать сказки сразу уже готовые, можно брать песни, можно брать стихи, то есть что-то, что уже знакомо детям, можно уйти прям вот в огород своих фантазий. Единственное, тут как бы надо очень следить, куда это все уходит, потому что ну, есть у каждого учреждения и своя специфика, вот, и плюс у вас будет бесконечная история. Дети будут делать ее бесконечно. Если вы этого и, в принципе, и добивались, то отлично. Если вам нужен хотя бы какой-то конец, то там надо аргументировать, прийти к какому-то финалу или разделить там на многосерийный мультфильм. Вот. И так, под звездочкой у меня стоит, опять же, повторюсь, так как большую часть я делаю с подростками, то и я немножко знаю о сфере за камерой, мы разделяемся с ними на профессии. У нас есть кто-то оператор, кто-то режиссер, кто-то осветитель, кто-то декоратор, кто-то художник по костюмам. Вот. Еще прикольно, бейджи им такие. То, что я художник по костюмам, я тут вам не просто леплю. Вот. Это тоже как бы их стимулирует. Вот. И плюс можно посмотреть, там, кто более активный, то есть кто лидер, кто там всех, а, давай, 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 давай. Вот. Того как раз вот дать ему вот эту возможность. Да, ну и поруководить, и просто почувствовать себя главным, насколько ему комфортно на этом месте. А кто-то вот наоборот очень любит созерцать, и вот ему как раз вот за камерой будет очень комфортно, потому что он вроде и в процессе, а с другой стороны он отделен от людей. И может быть несколько человек меняться в ходе. То есть у нас было несколько операторов, несколько людей, которые лепили, потому что ну, занятие такое довольно трудоемкое. Вот. Так, далее. Бумажный мультфильм. Тут в принципе, делается все быстро, 15-40 минут максимум. Вот. То есть все рисуется и вырезается. Ничего сложного. Далее, в пластилиновом мультфильме, как я уже говорила, ну, для меня лично этот процесс трудоемкий.
Вот, то есть я отвожу на него целое занятие, 40 там, минут или полтора часа, и дальше мы там с ними вылепляем. То есть надо определиться, где у вас будет все происходить. Если несколько локаций, то как бы продумать, как бы так сделать одну локацию, но чтобы в ней можно там деревья, например, поменять или прудик там наклеить, чтобы казалось, что, ну, сменяется место действия, но при этом много не надо лепить или клеить. Вот. И, ну, дальше просим детей лепить персонажей. Да, еще одна такая важная вещь. Определитесь сразу, вы будете делать один общий мультфильм или каждый будет делать мини-мультфильм. То есть был вариант, ну, как бы я делала и то, и то. В принципе, и то детей радуют. Вот. И другое дело, что если у вас там 20 детей, и каждый хочет сделать свой мультфильм, надо подумать, что делать ребенку, пока ты снимаешь мультфильм первому человеку, когда он 20-й, вот. Что когда ты до него дойдешь. Или если у вас есть возможность, там, 2 телефона, там, 3 телефона. Если, там, например, это какое-то учреждение типа, ну, детского дома, обычно у них есть свои телефоны, они могут сами фотографировать. Тоже облегчит очень процесс. Ну, съемочный процесс, в принципе, интуитивно понятен. Ставим штатив. Определяемся, мы хотим плоский мульт или 3D, ну, с эффектом 3D. То есть от этого будет зависеть, в каком положении будет камера. Дальше, если нам нужен свет, мы ставим свет. Если помещение светлое, то как бы не надо вообще заморачиваться. Вот. Еще, как бы, если вы с телефона снимаете, то лучше убрать режим авто и поставить режим там лампы накаливания, вот, чтобы у вас постоянно не, ну, не сбивался баланс белого. Вот. Ну, это будет отражаться просто короче, на кадрах. Будет видно, что оно такое мигающее. Вот. Лучше всего снимать в хронологическом порядке, или если вы не снимаете в хронологическом порядке, у вас должен быть... Можете, кстати, ребенка посадить, который будет типа, угу, вот здесь вот мы снимаем вот это, а вот здесь вот мы делаем вот это. Вам это потом очень сильно облегчит работу на монтажном столе. Но лучше, насколько возможно, снимать все в хронологии. И делать по... там, 2-3 дубляжа кадра, потому что периодически они могут там смазываться, даже не, ну, не знаю, просто сбой техники, или там кто-то прошел, руку провел, и фокусировка нарушилась, вот, и у вас такое расплывчатое что-то, вот. Ну, и далее смонтируйте мультик и присылайте детям, вот, или показывайте детям, если у вас нельзя в учреждении какие-то устройства, фото. Вот. Так. Кратко о монтажных программах. Больше всего я работала в Windows Movie Maker и Sony Vegas. Это программы на компьютерах. Windows Movie Maker чем хорош, то что он стандартный, установлен на всех Windows. Можете просто в поисковичке у себя там на рабочем столе написать, он вылезет. Единственное, не знаю, это моя личная проблема или проблема этой программы, то, что в ней надо постоянно сохраняться, потому что где-то после часа работы, она начинает жутко глючить и вылетать. Вот. Ну, как бы, не знаю, с чем это связано. Sony Vegas, мне очень нравится программа, потому что там есть куча эффектов, можно накладывать маски, можно делать всякие переходы. Ну, она просто расширяет круг твоих возможностей, если знаешь, что тебе нужно. Вот. Но, как бы, она... не то, чтобы прям ты зашел и испугался, но лучше посмотреть там какие-нибудь видюшечки на Ютубе, как вообще ей пользоваться и с какой стороны к ней заходить. Ну, в принципе, тоже освоить можно. И далее редакторы для обработки фото и видео. Мы сегодня с вами будем работать в фоторедакторе видеошоу. Если у вас есть возможность скачивать его, если нет, мы в любом случае все постоим за телефоном, вот, и все побываем в роли актеров. Вот, и режиссеров, и посмотрим, как получится. Вот. В принципе, удобный, понятный интерфейс, интуитивно. Если что, тоже можно посмотреть, как бы везде есть вот этот вопросик с помощью. Вот. И то, что мне не нравится, то, что в углу вашего видео будет эмблема этого приложения.
Ну, как бы, в принципе, там можно потом в программке другой поверх какой-нибудь эмблемы вашей организации. Дальше Viva Video тоже аналогичная программа. Работала я в ней очень мало. Вот, мне не очень понравилось то, что я никак не могла понять, как убрать эффект болтающегося кадра. Но обычно, когда фоторедакторы для склейки видео, у них уже есть там такие типа навороты, что мы вам сейчас сразу сделаем крутое видео из ваших фоток. И вот они там накручивают всего, и потом ты думаешь, блин, где это отключить, а где вот это отключить? Мне это не надо, просто перелистывайте фотографии. Вот. Ну и опять же, эмблема программы будет, и у него, ну как бы некоторые какие-то эффекты, ну, они покупные. Но опять же, мы говорим о минимальном наборе, поэтому ничего сложного, в принципе, перелистывать, монтировать и сокращать кадры вполне сможете. Вот. В принципе, вот так выглядит это предложение видеошоу. Более подробно мы посмотрим на телефоне. Я думаю, это будет более запоминающееся и более понятно. Вот. И пример того, что мы делали с детьми. Ну, то есть тут мы вообще даже машину не двигали, просто двигали облака, чтобы казалось, что машина едет. Так, что у нас тут еще есть? Вот это тоже. Ну, тоже это картон. И вот мы как раз использовали это на Новый год. Ой. То есть тут, ну, вообще, кроме того, что там были вот эти свечки икеевские. Спасибо, мы старались. У нас там вон там снег еще даже. Да, если хотите снег, никогда не покупайте искусственный снег. Потому что мы, короче, взяли искусственный снег, а он оказался как пенка, и мы его набрызгивали, и он так растекался по этой бумаге, впитывался. Это просто было такое предновогоднее, и мы, ну, я туда вставила все фотки, которые, что мы делали вот, в квартале как раз, вот. Поэтому такое. Ну, я, в принципе, думаю, понятно, что в чем вообще суть. Вот, я думаю, стоит начать. У нас будет появляться такой маленький автобусик из стульев. У нас четверо. У нас будет четверо стульев. Потом на каждом стуле будет появляться человек. Вот, и кто-то будет первый водитель. Ну, и понятно, надо там достать ключи, лучше с этой стороны, так у нас здесь кадр, порулить, вот, нажать газ. Когда нажимаем газ, все отклоняемся, потому что резко нажали газ, резкое движение, и потом вперед. Вот, и посмотрим, что из этого выйдет. Отлично, хватаемся за руль. Так, теперь у нас первый пассажир заходит. Заходим, смотрите, медленно. Давайте мы сделаем все. Раз. Три, четыре, пять, шесть, семь. Теперь мы наклоняемся все вправо. Можно сделать страшный лицо. Теперь назад. Так, следующий. Мы по кругу сейчас будем? Да? Нет, мы уедем вот туда. Вот, нажимаем начало. У нас тут будут какие-то эффекты. Нажимаем нет эффектом. Дальше смотрим, что у нас получается. У нас получается, что у нас очень медленно они у нас идут. Ускорить. Да, нажимаем длительность. И сейчас у нас сократятся все кадры. Посмотрим. Ну, попробуем восьмерку. Посмотрим, как. Нет, все равно медленно. Делаем еще меньше. Но я обычно где-то тройку делаю.
Смотрите, у нас есть два варианта. Мы можем либо рисовать, либо делать мультик стикерами. Что больше кому импонирует? Рисовать. Можно пойти от того, что мы сейчас придумаем какую-нибудь историю, можно пойти от того, что мы что-нибудь нарисуем, и от этого уже пойдет история. Нет, мы должны рисовать что-то, связанное с морем. Это может быть корабль, это может быть какое-то животное, это могут быть водоросли. Мы потом это все соединим в один кадр и посмотрим, кто как двигается. То есть мы просто сейчас нарисуем, а потом будем анимировать то, что мы нарисовали при помощи, опять же, стоп-моушен. То есть мы будем это передвигать. Вот, например, крабика сейчас нарисуют, и он просто будет ходить, например, из угла в угол. Так, теперь что мы будем делать? Мы будем двигать корабль так же, как было у нас в маршрутке. Покадрово. Вот так. Только единственное, он нам должен проходить. Вот видите, вот эту линию разделительную. Он должен проходить вот чуть ниже ее, чтобы у нас потом уместился дым. Вот этот. А дым мы как будем делать? То есть мы будем делать сначала маленькие облачка, которые потом будут меняться вот в эти большие облачка. Потом они будут улетать. У нас снова маленькие облачка и большие облачка. И из одной трубы у нас будут идти сначала две тучки, чтобы у нас не было симметрии, когда очень сильная симметрия, получается всегда как-то очень криво. Неестественно смотрится. Итак, сначала фоткаем фон. У меня нет просто фона, мне надо говорить. Отлично. Теперь передвигаем чуть-чуть корабль, чтобы у нас только носик показался. Передвигаем еще пароходик. Вот сейчас уже не должно быть, да, засветов, вот темно, чтобы было. Вроде не должно, но посмотрим, что там будет. Так, у нас уже есть труба, надо, чтобы одна труба только была. Так, и мы сейчас начнем наш суперфон, то есть ставим, я сейчас просто покажу, ставим сначала одну тучку на желтеньком, потому что на желтеньком видно. Когда подвинем, переставляем нашу тучку, ставим вторую тучку. Еще раз переставили, убираем эти тучки, ставим одну большую. А на вот этой трубе ставим только одну тучку и сразу большую. Фотку? Да. Так, ставим. Так, перемещаем еще. Давайте я за тучки буду отвечать. Тучка. Миш, давай, ты за вторую тучку из этой трубы. Да, тучку перемещаем чуть дальше. И мою тучку тоже. Вот так. Так, здесь ставим еще одну тучку. Так, а у тебя прям меняем сразу на вот такую. Угу. Какая больше туча нравится, такую ставить. Окей. У нас прям дым. Пожар. Так. Окей. Отлично. Да, можно фоткать. Передвигаем дальше наш корабль. Чувствую себя голодным. Так, поехали. Передвигаем корабль. Так. Соответственно. Так. О, отлично. Думаю, да, только надо сначала вот эту тучку, потому что вот эта уже была в кадре. Немножко покачать его надо было, чтобы... А тут можно три вот так сделать. А у нас же была уже одна маленькая, у нас тогда получается... Ну, одна большая, у нас, значит, должна маленькая быть, а эта большая должна уходить. Вот так. Ну. Угу. Окей. Так, фоткаем, да. Корабль идет дальше. Так, двигаем корабль. Так. И тут появляется крабик? Да. Быстрее удрать. Крабик не что делает. Он появляется вот так, медленно. Мы можем его вот аккуратненько вывести вот здесь. А маленький это страшно. Так, давайте двигаем краба вниз. А крабик-то что у нас не двигается? Давайте кто-нибудь за крабиком. Он замер уже. В страхе. А, давайте она в кадр вот так вот влезет и перекроет его как раз. Прям сразу? Нет, ну потом, потихоньку. Такая, угу. Из-под тяжка такая выглядывает. Угу. Нет, сначала мы вот чуть-чуть прям совсем. И... Вот у нас наш проект. Так, останавливаем. Вот здесь вот есть вкладочка «Музыка». Коснитесь, чтобы добавить музыку. Тут есть какая-то стандартная нью-йоркская, но можно из своей музыки что-то добавить.